Всем привет! Сегодня бы хотелось поговорить о наших мусорных баках. Очень многие клиенты задаются вопросом, как же мусорные баки будут вести себя зимой? Ведь они пластиковые, а пластик на холоде становится хрупким. На что мы решили провести краш-тест. У меня есть помощник, молоток. И сама емкость. По объему, как следует побьем по крышке. Как видите, никаких трещин. Все отлично. Все хорошо. Здесь даже прочнее. Теперь побьем боковушки. Все, никаких царапинок, ничего у нас не образовалось, никаких трещинок, все отлично. Еще хотелось бы отметить, что самый большой плюс этого мусорного бака, что крышка у него довольно-таки большая, что влезет даже габаритный мусор, и что эта крышка открывается полностью. Держит ее металлический стержень, то есть очень прочно. У бака есть два колеса, чтобы удобно было его перевернуть с места на место. Мусор свой выбросили, крышечку закрыли. Теперь вы можете быть уверенными, что ваш бак прослужит вам долго, многие зимы, и вы будете радоваться каждому дню.